Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики нашего канала, партнера. Сегодня, 18 декабря, в преддверии праздника Святого Николая, мы хотим вам и нашему покупателю будущему подарить часть нашего новогоднего настроения, поднять вам настроение и все это приурочить. Вот такой сегодня у нас идет отправка мотоблока Waymo 1050. Это мотоблок из серии Waymo Deluxe. Хочу немножко остановиться, скажем так, на этой продаже. Сейчас у нас идет акция. То есть вся техника Waymo Deluxe заправляется маслами. То есть у нас масла вливаются и в двигатель, и в редуктор. Затем мы осуществляем полную предпродажную подготовку. Проверяем мотоблок и запаковываем его и отправляем бесплатно нашим партнерам, перевозчикам компании InTime. Дополнительно в наш сервис входит, вот сейчас я вам покажу. Вот мы дарим сцепное устройство. Сцепное устройство уже адаптировано к каждому мотоблоку. Это тоже большой плюс, вам уже не придется там подрезать или еще что-то делать. Дополнительно это уже к заказу, это не входит в акцию. Покупатель заказывает грунтозацепы. Вот мы показываем масло, которое использую. Вот мы показываем фрезы, которые идут в комплектации. Пакет документов. То есть фреза у нас идет уже шестигранная. 2/4 шестигранник. Что же у нас еще в акцию входит? На сегодняшний момент наша компания дарит вот такой подарок к новогоднему столу. То есть все, кто закажет технику Waymo Deluxe и приедут к нам в офис, по сути дела мы и дистанционно дарим, но кто приедет в офис, те обязательно получат этот сюрприз. Ну, а мы возвращаемся к нашей услуге доверия. Саш, забирайте вот этот подарок пока. Сейчас я еще немножко расскажу вам об этом мотоблоке. То есть мотоблок Waymo 1050. Это один из наших самых любимых мотоблоков, самых, скажем так, идеально подобранных в сочетании мощность двигателя, то есть развесовка, редуктор. Здесь редуктор идет шестеренчатый, то есть он более надежный. Это, вот у нас получается, я вам покажу сразу. Это у нас идет заливная горловинка. По сути дела, двигатель здесь идет 7 лошадиных сил. Идет вот новый вот этот тип фильтра, который стоит на двигателях Waymo Deluxe. Он с возможностью перестановки и использования в холодное время суток. Идет вот воздушный выхлопная труба, которая уже менее громко звучит и меньше выброс CO2. 5-литровый бак. Идет вот такой ходоуменьшитель, который уменьшает обороты. Здесь на данном мотоблоке стоит ременной привод. Два шкива, если вы видите, вот разного диаметра. И спереди то же самое. Дополнительно мы можем, переставляя шкивы, еще раз изменять передаточное число. Ну, по сути дела, по услуге доверия мы показываем вот серийный номер. Здесь вот такой стоит руль с возможностью вращаться на 360 градусов. При перевороте можно использовать и ставить сюда косилку роторную, ставят снегоуборщики. Вот я покажу нашему заказчику с этой стороны. Наш заказчик долго выбирал между мотоблоком Waymo 900 M3 и мотоблоком 1050. Но хочу сказать, выбор правильный. Это абсолютно разные мотоблоки в своих категориях. Потому что этот мотоблок, он в свою очередь, наверное, для будущих покупателей могу сказать, при его развесовке, выполняя все работы по культивации, ты не испытываешь лишних нагрузок и на плечи, и на спину. То есть от себя могу рекомендовать, потому что есть в нашем использовании. Ну и, соответственно, колеса здесь 4/8. Ну и напоминаю, мы смотрим видеообзор мотоблока Waymo 1050 из серии Deluxe, который по акции новогодней сейчас уходит в Балаклей, Балаклейский район Харьковской области. Ну, а мы давайте, Саш, проверим его, а то все мерзнут.
Хочу показать, вот уже снег, холодно. Ну а мы работаем. Вот мы запускаем наш мотоблок. На улице минус 7. Давай я подножку, Саша, беру. Убираем подножку. И самое интересное. Это какая скорость? Первая. Давай на первой там развернись и давай. Ощущение Нового года приходит. И наши покупатели. Это вторая скорость. Давай заднюю проверим. И наши уважаемые покупатели тоже хотят себя порадовать к Новому году. Все, все работает. Подъезжай, Саш, сюда. Вот мы и проверили наш мотоблок. Мы понимаем, что после предпродажной подготовки он в исправном состоянии. И в этом видео и в этой услуге доверия наша компания показывает, насколько комфортно получать технику, когда она уже в подготовленном состоянии. То есть ваша задача, вы получаете, экономите время, экономите свои денежные средства, взамен вы получаете надежного поставщика и надежный мотоблок. Напоминаю, вы находитесь на канале Булаточка. Канал нацелен на увеличение доверия к своей продукции, к своей компании. Мы хотим вас ознакомить с техникой Waymo, Waymo Deluxe, Stiga, наши партнеры Агромарка. Ну, а в свою очередь хотим поздравить нашего покупателя с будущим вот таким помощником, пожелать, чтобы в новом году он успешно ему помогал, работал и закрывал те потребности, для которых он его берет. Если вам нравится наше видео, подписывайтесь на наш канал, рекомендуйте. Ну, а мы в свою очередь хотим вам сказать, что идеальная Waymo для идеальных покупателей. Спасибо.